В новом году зима радует бобручан большим количеством снега. Термометры только за январь несколько раз опускались ниже 20 градусов мороза. В такие холода огромное внимание к котельному оборудованию и системам теплоснабжения. Сейчас мы находимся в котельной в деревне Вишневке, котельной УКП ЖКХ Бобруйского района. Эта котельная обеспечивает теплоснабжением социальный приют для одиноких и пожилых людей. Котельная оборудована двумя твердотопливными котлами. Главное сырье для местной котельной – дрова. Специалисты интересуются их количеством. Запас должен быть большим, чтобы люди себя чувствовали комфортно. И для рабочих это плюс – спокойно можно выполнять свои обязанности. Такой режим обеспечен правильной подготовкой в осенний период. В данный момент мы обследовали оборудование котельной на предмет обеспечения температуры подачи теплоносителя согласно температурного графика. Все полностью соответствует и хорошо срабатывает. Такие обследования проводятся постоянно. Начинаются не с момента подготовки к отопительному сезону. Специалисты должны убедиться, что социально значимые объекты на 100% готовы к любым сюрпризам непогоды. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.